Ждем всех на Губернском. Так что, друзья, поворачивайтесь с нами. Мы здесь. Мы вас ждем. Первая помощь. Молодой человек подарил нам. Все, поехал. Мы ему сказали спасибо. Так что будем надеяться, что дело сегодня пойдет. Ждем всех. Мы стоим возле черной Оптимы. Мы вот такие нарядные, красивые, яркие. Так что нас должны все видеть. И мимо никто не пройдет, надеюсь. Короче, мы стоим на Губернском. Вот, нам тут уже немножко корма принесли. Хорошо. Света, как может, созывает народ. Вот. Мы в париках. У нас есть обозначение приюта «Лохматая душа». В футболках я. И вас! Блин, у нас пополняется копилочка. Смотрите, нам лежаночки принесли. Вот нам тут еще корм принесли. Надеюсь, сегодня будет все весело у нас. Вот, приехали к нам друзья. Вот, друзья приехали. Помогать нам. Посмотрите. Друзья друзьям привезли корм. О, красота. Привет, ребята. Вон, приехали. Вот, спасибо огромное. Сейчас мы там все разложим, ага. Спасибо большое. Тормоха. Ой, спасибо огромное. Спасибо вам огромное. Счастливо. Приезжайте еще. Да. Счастливо. Вот нам привезли еще. Есть баночка с вареньем в кастрюльке. Спасибо. Баночка с вареньем там даже есть. Класс, класс. О, круто, круто, круто. Спасибо большое всем. Мы сегодня собрали. Там еще в салоне куча всего. Сегодня мы хорошо собрали. Вот, открываем. Вот там. Спасибо большое всем, честно. Тут вот подушки, одеяло, постельное белье. Вот еще тут подушки. Немножко корма. Thank you.
Все чисто так. Вот убирает стороны. И все так у вас чисто. Все-то у вас чисто. Вот идет интенсивная погрузка матрасиков. 20 фанер от кроватей детских. И сейчас сколько матрасов влезет. Красивые такие, чистенькие. Только в прошлом году новые им. А сейчас уже списывают. Погрузка завершена. В группу отправляю, чтобы видели. Вот так это выглядит. Видимости, конечно, опять никакой, зато куча мячиков. Так, у меня нет видимости вообще. Замерз. Омыватель стекла. Сейчас будем. Вот у меня появились деньги. Сейчас будем экспериментировать. Есть пшикалка с антисептиком. И случайно в машине оказалась спиртовая. Лосьон спиртовый. Сейчас будем брызгать на окна. Посмотрите, что я вижу. Ничего не вижу. Ну вот, как раз на светофоре успела перелить. Сейчас будем экспериментировать. Вот так это делается. Ну-ка. О, как хорошо стало. Вот, совсем другое дело. Вот, выгружаем. Уже все выгружаем в приюте. Фанера шикарная, кстати. Надеюсь, все надо. Конечно, надо. Я хотела посмотреть там. Покажи мне резную спинку. Натурального дерева какие резные спинки даже есть. Вот такие вот красивые какие-нибудь перегородки. Я столько грузила, а они за 2 минуты все разгрузили. И вот так почти пусто-пусто.